Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Сегодня у нас небольшие изменения. Как вы видите, выпустила курочек погулять. У нас еще достаточно, вот смотрите, много травки. Пусть погуляют, покушают травку, еще пока зеленая. Кстати, даже есть пепел. Специально оставила, чтобы они, если захотят, там прям пока пошились, поковырялись, что-то поклевали. Вот. Ну, пока они гуляют, я тоже буду на улице, в гамаке полежу, поотдыхаю немножко. Вот. А в выгуле я сейчас покажу, кто гуляет. А в выгуле у нас сегодня вот такая красота. Кстати, помыла ей челку, кто смотрел мой инстаграм. Видели, что она была мокренькая, но теперь очень красивая. Чубчик такой замечательный. И вот они теперь гуляют в выгуле. Вот, мои красавчики, шелки гуляют на солнышке. Сейчас, наверное, будут ковыряться в земле. Вот, не знаю, после этого будут ли они чистые, посмотрим. Вот, ну, это тоже полезно на солнышке. Я покрамы маленьких тоже вынес. Ну, пусть гуляют. Да, красавчики, пушистые, пушистые. Ой, как им нравится. Начали сразу ковыряться, искать. Не знаю, что-то можно в земле найти, но что-то, наверное, для них полезное. Да, будут они купаться, сейчас расковыряют, и будут у них такие земляные ванны. Одна курочка и цыплятки еще не вышли. Вот, я оставила им там дверку открытую. Захотят, выйдут на солнышко. Но курочка вот эта с красивым чубчиком, она еще не несется. Она очень молоденькая еще. Ой, ой, какая красота. А та курочка, видно, немножко постарше, она уже несется. Я не хочу ее там заставлять как-то выходить сама. Если что, выйдет. Я ее стараюсь не особо, знаете, так не кантовать. Вот. Кстати, я хотела ее тоже чубчик ей помыть. Но потом решила, что это будет для нее стресс, она перестанет нестись. Поэтому решила ее не трогать. И искупала курочку, ну, челочку ей помыла. Только курочки. Ой, как красиво они это делают! Только та, которая еще не несется. Кстати, научилась проверять, как определите, курица несется или не несется. Вот, да, вот готова она уже к тому, чтобы нестись или нет. Если вам интересно это, я могу вам показать. Как раз у меня есть отличный пример, да, как вот две шелковые курочки. Одна несется, другая нет. Вот. Ой, как красиво! Я готова смотреть на это вечно. Ой, пришли, пришли, пришли! Что у вас тут? Вольерчик заняли? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут Петенька уже бежал Богдана бить, вот тут бац, и дверь закрыта. Что происходит? Гуляйте пока на травке, пока есть еще зеленая красивая травушка. Ой, походу они у меня сегодня будут чумазые. Да? Чумазые будете? Ладно, кайфуйте, кайфуйте. О, как хорошо. О, как хорошо там нам, да? Где ваша подруга? Не собирается выходить? Подруга, иди на солнышко. Пойдешь? Мечтаю я тебя тоже искупать, но ты, наверное, у меня потом не будешь нестись, да? Испугаешься моих этих всех помывок. Давай, иди гуляй. Давай немножечко тебя выгоню. Давай. Так, немножечко я ей помогу на солнышко, так найти, можно сказать, солнышко. Давай, иди, 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 моя хорошая, не хочу тебя пугать. Иди, иди. Все, увидела она курочку и петушка. Сейчас сама выйдет. Конечно, скажи, родня там. Ой, чумазая такая-то курица. Вообще, по сравнению с петушком и второй курочкой, это прям грязнулька какая-то. Какая-то грязнулька. О, Баграм уже насыпал зерна курица. Ох, Баграм. Так, Петька. Ой, красота, ой, красота. Все, пусть гуляют. Наслаждаются, я тоже немножечко в гамаке покатаюсь, послежу за курочками, вот. Ой, какая красота! Вот видите, как они тут прямо закопались. Давайте, солнечные ванны, пока тепло, хорошо, принимайте.
всем на солнышке место нашлось, да? Ну, так и будем теперь гулять. Ох, Баграм там что-то в мешках собирает. Зерно насыпает, сейчас принесет. Так, сегодня цыплятки полноценные хозяева в курятнике. Только они здесь остались. И то, калитка здесь, вот та перегородка открыта. Здесь тоже открыто, захотят, выйдут. Слишком я их как-то, не знаю, тоже терроризировать, тормошить не хочу. Сами выйдут, пусть гуляют. Вот, маранчиков тоже вынесла, они тоже будут на солнышке отдыхать. Сейчас я еще нарву травки шелком и мараном. Вот, и тогда как раз, может быть, на травку цыплятки выйдут, пока, наверное, боятся. Зато, ой, ликбаром раздолье. Ой, раздолье, ходят, им еще Баграм, он столько корма насыпал, ужас. Ну, пусть как раз пока будут гулять, все соберут, поклюют. Ну, и травушку, конечно. Да? Богдан, покажи черные подмышки. Покажешь? Покажешь? Нашли корм уже, сейчас пойдут поилку найдут. Покажи подмышки, Богдан. Скажи, я буду тут купаться в земле, да? Ковыряться буду, скажи, тут. Это чумазая, конечно, вообще ужас. Еще знаете, почему она такая, мне кажется, грязная? Потому что она уже несется, и петух постоянно ее топчет. И все равно, как бы, мне кажется, он ее как бы пачкает тоже. Вот. А вторая курочка еще не несется, и петух к ней еще пока не проявляет никаких. Никакой любви, так сказать. Поэтому она, мне кажется, более чистая. И вот вся любовь достается вот этой курочке, которую, наверное, петух уже залюбил, я так скажу. Скорее пусть подрастает вторая курочка, потому что вообще на одного петуха должно быть 5-7 кур. Вот, а так он может и замучить даже курочку. Вот она тоже к ним пришла. Ой, да. Троица моя белая. А сейчас будет серая. Ну, пускай на солнышке нежится. Может, и цыплятки тоже выйдут. И маранчики сейчас будут на солнышке там греться. Им хорошо, как раз в брудер солнышко попадает. В общем, все, довольная я. Счастливая. Пусть все отдыхают. Буду отдыхать в гамаке. И следить за своими курочками. Шелки так отлично смотрятся вообще. Выгули такие беленькие, красивенькие. Копошатся там. Петушок, ну давай, на бис, спой нам. Петенька, спой. Он сейчас тут так красиво пел. Курочек тут своих строит. Ну, давай, петь. Ой, молодец, ой, молодец, молодец, Петенька. В общем, хорошо у нас. Отдыхаем, гуляем. Красота. Всем желаю того же, приятного настроения, солнышка. Последние, наверное, уже денечки теплые, хотя не знаю, может быть, еще такое тепло продлится и дольше. Но пока вот стараемся не упускать моменты и греться, получать солнечные лучи. Красота!